Окей, давайте начинать проходить, получается, дополнение катаклизма. А как бы катаклизм такое дополнение, которое изменило часть ванильных локаций, конечно, они как бы тоже хоть часть лог. Но также она добавила новые локации: гора Хиджал, Ульдум, Вайшир здесь и Сумеречное Нагорье. Мы будем проходить в первую очередь их. Это катаклизмом. А все остальное тоже пройдем, но уже в другой момент. Так, персонаж у меня новый, вообще у меня там был другой чернокнижник подготовлен, но кое-что поменять резко. То, что в игру добавили красный тренечек, если что, это актуальная версия 10.2.5, по-моему, на данный момент, Dragonflight. Вот так, и дополнение начинается, то есть я выяснил, как этот. Первая локация, короче, у нас является либо гора Хинджал, либо Вайшир. В Восточных Королевствах, да. То есть, я так понял, можно и ту, и другую. Также, для меня, на самом деле, внезапно оказалось, что есть еще одна локация у катаклизма. Это подземье. Вот здесь вот находится. Я не знал про нее, я пошел, на самом деле, в первую очередь в нее. Думаю, что она маленькая, наверное, какая-нибудь там вступительная. Но нет, она оказалась, наоборот, промежуточной локацией. И в нее идти, в первую очередь, было ошибкой. Поэтому я там чуть-чуть побегал. Понял, что ни хрена не понимаю, что происходит, слишком все подозрительно. Пошел гуглить, и нет, да, туда действительно не стоит идти. Потом, по-моему, Сумеречное Нагорье, или Ульдум, короче, кто-то из этих. Потом вспомню, кто там правильно. Но мы начнем с горы Хиджал, пойдем в нее. На доске объявлений предлагают взять квест туда. Слуги Смертокрыла хотят обрушить на Азерот мощь Повелителя Огня. Поговорить с кинарийской посланницей Нефритовой Луной в Штормграде, чтобы отправляться на гору Хиджал. Так, воззвание героям гора Хиджал. По приказу Его Величества короля Андуинарина, всем подданным Альянса, способным держать оружие, надлежит явиться к посланнице Песни Ветра в ночной гавани на Лунной Поляне. Наши братья из круга Кинария сообщают о том, что пособники Смертокрыла отправились в разрушительный поход с целью спалить древо жизни дотла. Обратитесь к кинарийской посланнице Нефритовой Луне в крепости Штормграда за доступом в Лунную Поляну. За честь и славу Альянса в бой, сестра. Нет, нас сюда отправили, да? Андуин там был, Рин написано. По идее, это же катаклизм. Катаклизм у нас Вариан Рин все еще правит. Но, я не знаю, это, видимо, под актуальные эти... актуальное время сделали то, что там Андуин Рин, а не Вариан. Что как бы на момент Драгонфлайта Вариан уже мертв. И Штормградом правит Андуин Рин, его сын. В Shadowlands на земле, да. А чё они у меня тут стоят? Блин, ты хочется, на самом деле, мне кажется, чтобы левые квесты, когда выбираешь время хроми, они убирались, типа всякие Shadowlands, BFA и прочее. Выставлялось как-то вот, чтобы ничего лишнего, короче, не взять случайно. Так, что у нас тут? Тут у нас, кстати, Туралеон сидит вообще. Не знаю, тут будет Андуин Рин? Вообще нас, по-моему, не к нему отправили, но его просто упомянули. Кинарийская посланница. Вот это, что это за квест? Вдруг это нужный нам квест? Стишок Алисии. Мне кажется, что нет. Короче, здесь я вижу портал и не вижу, кому сдавать. Так, нам надо путешествовать на Лунную Поляну. А, это... Приветствую. Можешь ли отправить меня на Лунную Поляну Миссар? О, да, она нужна. Лунная Поляна, это, кстати, по-моему, друиды сюда могут телепортироваться зачем-то. И вроде тут что-то они могут в классике делать, такое интересное. Кстати, недалеко от горы Хиджал. Так, посланница Песни Ветра. Могу помочь? Так, мы знаем, что Альянс сразу же придет нам на подмогу. Блин, а вот как-то... Вот я в подземье когда отправился, там было прям вообще все непонятно, что вообще происходит. Не буду спойлерить, что я там увидел. Но было прям очень странно, то, что нас сразу куда-то отправили, что-то сказали делать. Удачи, друг. Здесь пока что так же, на самом деле, выглядит. Акаша, мы наслышаны о тебе и о твоих деяниях. Но хорошо, что ты появилась здесь в столь тревожное для всего Азерота время. Прислужники Смертокрыла напали на Хиджал и хотят вернуть Рагнароса в наш мир. А Рони отнесет тебя на Хиджал к Эмалфуриону. Помоги ему, чем сможешь. Но тут хотя бы про кого-то Смертокрыла упоминаю, да? Так, это Ароний. Полетели. То есть про Рагнароса. Ну, кстати, прикольно. Рагнарос то, что хотят воскресить, да? На Рагнароса мы знаем, в классике он был. Мы его убили даже. А, тут телепортация. Блин, я думаю, мы сейчас полетим. А нас прям телепортировали прямо на гору уже. Ну, так даже не интересно. Ну, Смертокрыла мы убивали в классике. В самом первом ванильном аддоне.
Не может быть. Наш форпост разрушен. Форпост разрушен. А диалоги, кстати, озвучены. Да, в подземелье я это заметил тоже. О, это огненный простор, я тут был. Неужели слишком поздно? Я чувствую присутствие смертокрыла! Да? О, смертокрыл, действительно. Я тоже теперь его чувствую. Так. Если мы... Можно я так близко не подлетать? Немного это стрёмно. Мы прям в пасть, может, сразу залетим? Не хотим? Очиститесь огнём! Здравствуйте. Повелитель огня пробудился! Нужно оповестить остальных! Скорей! Окей, Рагнароса резнули. Даже мы ничего сделать не успели. Очиститесь огнем. Вот эта штука, да, он сказал уничтожен? Это немного проглядел про Квентома. Он просто говорил, а куда мы теперь летим? Да это обратно. Окей, ну здесь ладно, здесь чуть-чуть более понятно. То есть какой-то дракон воскресил Рагнароса. Рагнароса мы знаем. А смертокрыл, по идее, ну трейлер был, да, к катаклизму. Можно там плюс-минус понять, что смертокрыл. Плюс, я так понял, сейчас стартовые цепочки гоблинов и воргина должны быть чуть стартовыми. Их чуть позже, думаю, пройду. О, они, кстати, прикольные эти стартовые цепочки. Там реально, у гоблинов, я прям помню, там этот смертокрыл летал. У варгенов не особо помню, чтобы что-то было. Так, нас сюда отправили. Так, у нас есть же ускорялка, да? Какая скорость передвижения, да. Я уже забыл, как там из-за этих играть, за чернокнижников этих. Изера? О. Я видела твои... А, хотя тело Изера перед вами, ее осознание облуждает между этим миром и другим. А пока горит хиджал. Вместе мы... Изера, кажется, пребывает в трансе. Не бойся, дитя. А защитить мировое древо. А Изера смотрит в пространство, словно бы не видя вас. Я это чувствую, чернокнижница. Рагнарос вернулся. Мы должны победить его с лук, прежде чем он присоединится к ним и даст им свою силу. Найди Малфуриона, Ярсбури, в Тихой Роще, к западу отсюда, и помоги ему, чем сможешь. Я должна искать ответы в изумрудном сне. Защищай древо жизни, пока я не вернусь. Защищай древо жизни. В любом сне найдется кошмар. Но ни один кошмар не вечен. Так, где мы вообще? Ну, в новой локации, гора Хиджал, мы где находимся? Нордрасил. А-а-а, это тот самый. Так, вижу квесты. Так, нас куда отправили? А, нас далеко, кстати, отправили. А тут какие-то квесты есть. Так, я хочу полетку взять в первую очередь. Какая будет? Так, на маунте же можно идти. Кстати, маунт, кошмарная лошадь Савраск, это из Shadowlands, если что. Довольно прикольная, красненькая такая. Так, а вы кто? Тола белая копыта, Анрен искатель теней. Опа, элементали напали. А, портал Штормград в этот. А это что-то портал в Бел Амед. Не знаю, что это. Не пойду туда. Так, а что они нам за квесты? Нас как бы отправили сюда. Странно то, что нам здесь предлагают квесты, отправили куда-то в другое место. Призвание стихий. А все, что здесь творится, противоестественно, Акашия, должно быть среди нас, скрыто действуют агенты Сумеречного Молота. Возможно, те, кто пробуждает элементалей, используют темную магию для маскировки. Тебе понадобится помощь ясных дракончиков, которых можно найти у Древа Жизни. Иллюзии наших врагов для них не преграда. Чтобы завоевать их доверие, скорми им растущие неподалеку можжевеловые ягоды. Но Сумеречный Молот мы как бы знаем, мы его как минимум встречали... В этом Восточном Королевстве, здесь вот был, да? Нет, не здесь. В Лакмадане Сумеречный Молот, упоминание. А где-то еще там по-любому было, я уже не помню. Андрей, Искатель Теней. Так, земля поднимается. Последствия атаки культа Сумеречного Молота ощутимо, даже здесь, вблизи Древа Жизни. Пока горит лес, сама земля восстает против нас в своем безумии. Мы не можем позволить элементалям свободно разгуливать по нашей земле. Иди помоги нашим бойцам расправиться с ними. То есть по-хорошему нам надо как бы вот эти все локации, да? Перед этими локациями проходить ай-левельными. Так, элементали и сумеречный подстрекатель. Угу. Давайте вспоминать, что у нас чернокнижник умеет. Это все дотки. Кто-то взрывает дотки умеет. Ты умеешь взрывать дотки? Или что-то такое, я помню. Так, это сосалка.
Это что такое? Вы призываете в газ на области? Ага. Это уешка. Лапы. Ой, на этом уже что-то все висит. Висит агония, по-моему, да? Да, агония висит. Я, по-моему, макрис был цепь на эту хрень. А, да. Но он и остался. Так, эта штука жрет эту энергию, вроде как. Там чуть-чуть вспомнить, как играть за чернокнижника. Тогда опять сам пошел в атаку. Хорошо. Так, дотки повесили, дотки взрываем. Это ускорялка, это сосалка, это фир, это семя порчи. А, это, по-моему, для уешения, чтобы по нескольким задевать. Так, а кто мне энергию дает, кстати? А, это я, кстати, хп я могу своему этому гоблину, этому, точнее, демону давать. Сейчас я вспомню, я думаю, на элементалях. Что тут и как? Так, нам нужно еще, кстати, сумеречные подстрекатели, я их тут что-то пока не вижу. Они вообще здесь? Это дракончик летает. Нам что-то про дракончика, кстати, тоже сказали. Я уж забыл, что... Ими чудесным дракончиком можжевельные ягоды, да-да-да. А почему убита? Видимо, нам покажут. Так, давайте, во-первых, давайте этого похилим. Так, что это... А, это эти проклятия еще развешивают, точно. А, у меня в макросе он, да, в макросе. Точнее, не в макросе, в кольце, это аддон, который делает. Так, семя. Семя само повесится. На двоих повесил, да. Так, давайте. Так, нет, это портал, по-моему, ставить. Химические врата, да. Взорвем. Короче, первую пару этих будем вспоминать, как кнопки нажимать. Стрела тьмы у меня туда. Стрела тьмы вообще надо юзать? А что-то дает? Применение 2 секунды. Для противника. Он даже не заряжает нам эту единицу энергии, да? По себе. Окей. Кто-нибудь вспоминает. Так, этих челов поубивали. Ну, нужны, короче, этих для дракончиков елки, как они там, можжевельные. Я, кстати, вижу, вот можжевельный куст. Ягоды, не елки. Ролики тут какие-то бегают. Так, а нам нужно одного приручить? Или для каждого по дракончику? Блин, ну чудесный дракончик, я знаю. Это за 2 маны 3-2, которую нельзя выбрать целью заклинания. А Глиб Дринейка, наш друг, идем. А мы должны найти чужака. Пойдем искать. Блин, куст горит. Мне не нравится, что еще один куст горит. Опа, чужак. Сейчас меня заметили? А время умереть. Ну так умирай. Какие не дает. Мерчные молы, значит, да? О, мне стражники помогают. Так, а дракончик... Да, дракончик одноразовый, к сожалению. Ну и ладно. Мне очень-то и хотелось. Так, а штука у нас дамажит нас, да? Она, по-моему, как-то слабо должна нас дамажить. Там, по-моему, был какой-то талант, чтобы поменьше урон по нам ходило. Так, блин, элементали поубивал, они если не будут агриться. Они вроде отвлечены на этих, да? Разыщем злодеев, идем. Пускай пока ищет, а мы еще один кустик подберем. Нашел? О, нашел, сюда. Так, сразу их пере... А так, а у него там включен же? Или у него еще его нет? Он вроде переагрил сразу. Наверное, включен. Интересно, что выгоднее, стрелу пускать или похищение жизни? Вообще, по идее, похищение, точнее, стрела, это не моя билка, это билка другого спека. У нас... А как у нас спек называется? Какое там разрушение или колдовство? А, колдовство, наоборот, не разрушение. Разрушение — это другое. И опять же, от этим колдовством поиграл в этот... В классике пару этих аддонов прошел, да? Точнее, локации. Качались там за колдовство. В принципе, прикольный чернокнижник. Что-то такое необычное. Играть через эти дотки. Я, хотя друиды чем-то напоминают. У него тоже 2 дотки. Которые поддерживаешь. Так, последнюю ягодку найти. Вижу последнюю ягодку, но она за элементалем, к сожалению. Блин, я второго сагрил. Портал не надо мне ставить. Немножко бессмысленно. Так, семя в ней? Не, я не помню, что семя делает.
включает тело противника Демеческой 7, которое взрывается через 1 секунду, нанеся 100 урона темной магии. Противник в радиусе 10 метров поражает их порчей. Тем взрывается раньше, если цель страдает от других взрывов или получает урон. Ага. О нет, зайца убило. Бля, я уже миллион раз говорил то, что все эти зверушки от наших всяких ауешек постоянно страдают, постоянно дохнут. Мы как бы не целенаправленно их убиваем, да. Ну, просто так получилось. Так, это последний, кстати. Так, ну здесь уже больше похоже на старт дополнения, как будто мы делаем, да. Як. Что я пошел в подземелье, там вообще непонятно было. Я обратил внимание, что там как-то странно, что как будто бы мы уже все должны знать, понимать, что происходит. Вот, там то, что вообще ничего не объясняли. Так, там помогли. Да не у нас только урона внезапно. Так, а летать мы здесь можем? Да, можем. Но, опять же, наверное, не буду летать, потому что мне не особо нравятся полеты. Немного руинит атмосферу, локации и прочее. Так. Я могу чем. Земля поднимается. Спасибо тебе, Акаши. Твоя сила и отвага в бою восхищают меня. Твоя помощь будет неоценима в борьбе с элементалями. А вы шмоточки. А кто у нас? Грудь? А, призвание стихии. Неплохо сработано, Акаши. Шпионов из сумеречного молота ни в коем случае нельзя подпускать близко к древу жизни. А пламя свыше. Благодаря тебе нам удалось определить, откуда к нам пробираются шпионы. Теперь нам надо лишь уничтожить их лагерь и положить конец их операциям по эту сторону Нардрасила. Возьми этот рог с его помощью, дай знак одному из зеленых драконов подлететь к сектантам сумеречного молота и дать им почувствовать жар пламени, которому они так безумно поклоняются. Они пламени поклоняются? А, Рагнаросу типа? И, по-моему, Рагнаросу поклоняются другие челы. Там всякие, ну ладно, не буду спойлерить. Я как бы сам себе заспойлерил это. Ну блин, некоторые вещи, конечно. Ну, отчасти даже, наверное, из-за какого-нибудь. А, ладно, нет. Не знаю, как без спойлеров объяснить. В общем, ладно, я там еще где-то поспойлерился. Блин с ним. Ну, сложно, например, вот всякие рейды посещать хочется же, да? Пофармить какие-нибудь там маунтов с них, выпадающих. Не увидеть, что там мимо проходя, что происходит, довольно сложно. Так, нас отправили сюда, лагерь. А нам на драконе, может быть, надо изначально лететь, нет? Требуется находиться рядом с лагерем секретных агентов. Это не он? Сумеречный секретный агент, по-моему, это я он. И мне надо прям внутрь зайти. Вызвать изумрудного дракона для того, чтобы сжечь лагерь. Да, вот лагерь, вот, где мой дракон. Что-то странно, может быть. Внутрь надо зайти. Да, надо зайти внутрь. Короче, неправильно на мини-карте отображается. Ну, вообще, по логике правильно как будто бы отображается. То, что что-то такое себе зайти внутрь, сагрить всех и никого не убить. А, их не должен был ни дракон убить. Почему я их убиваю, я не понимаю. У меня, кстати, по-моему, огненный дождь кастует. Огненный ливень. А, у меня, кстати, такой же должен быть. Стоп, я же чекнул книжку. Где? Где мой огненный ливень? Я его еще не дали, наверное, да? Или он не в этом спеке? И, возможно, кстати, да, нет огненного ливня. Блин, ну квест немного странный, как бы... Рядом стоя нельзя призвать этого дракона, который убьет их, да? То есть нужно зайти в лагерь. Ну там, блин, там же было написано то, что чтобы эти челы ощутили на себе. А, и с его помощью, да, и знак одному зеленого дракона подлететь к сектантам и дать им почувствовать жар. Почему я их убивал, а не дракон их спалил? Блин, вот подземелье на самом деле немного проходил, там тоже был немного странный квест. Но я подумал, что он странный, потому что я начал неправильно играть. Сейчас, мне кажется, что-то катаклизме много каких-то странных подозрительных квестов. Ну ладно, посмотрим. Это пока что только начало. Только три квеста буквально сделали. А, надеюсь, дальше будет лучше. Что привело? Так, прекрасно. Как только мы покончим с элементалями, нападения прекратятся.
Вступайся. Блин, сразу бы видеть этот фуловый сет, какой мы тут собираем. Вступайся. Блин, еще, кстати, я не знаю, вот... все, кости закончились. Звор Визин, по-моему, обещали, что... Так, давайте по дороге поедем. Что эти шмотки, которые нам не подходят по классу... То есть мы чернокнижник, мы можем таскать только эти ткани, да? То есть у нас ткань. И мы из-за этого не можем себе добавлять, например, шмотки других типов. Там кожу, кольчугу, латы, да? Но вроде завод Визин хотел сделать, чтобы все можно было добавлять уже любым классом. Просто в трансмог именно имею в виду. То есть носить по-прежнему как бы нельзя. Но трансмог-то добавить хочется. Почему нельзя, блин, другим классом добавить в трансмог, блин, кольчугу, латы? Проблема в том, что некоторые, кстати, опытные укротители... А, это питомцы, блин, расставили по всем локациям. Питомцы, кстати, когда, интересно, появились? В катаклизм? Мне кажется, что нет. Короче, вот проблема, вот за квест мне дали как по единственную награду, подходящую только моему классу, да? Кстати, рарником здесь вообще? А, не совсем здесь. Не он? Это обычный дракончик. Так, мы едем сюда, за Мулфурионом или кто там был? Вот, мне дали как бы квесте мою награду для моего класса. Вот если бы я сейчас в War Vizin играл, мне бы дали награду, например, там и кольчугу, и латы, вот все остальное, что другим классам предлагают. Было бы очень удобно, потому что я сейчас как бы прошел, сделал этот квест тканевым персонажем. Чтобы получить остальные шмотки, нужно, блин, кожаным персонажем пройти, потом кольчужным, потом латным. Такой себе, 4 раза перепроходить все. Так, это музыка тревожная. И резко тревожная музыка ушла. Классный переключатель, классный, да, да. Блин, и мелочи просто в дополнении. Которые просто пока можно не обращать внимания, может быть. Мулфурион, ярость бури. Так, защитить мировое древо, ты прибыла вовремя. А война с сумеречным молотом. А тебе ли не знать, вся каша, что от исхода этой войны зависит существование всего мира. С возвращением смертокрыла сумеречный молот обрел еще большую силу. Если они захватят древо жизни, то нанесет удар, от которого нам не отурается никогда. А пришло время сразиться с врагом. Пришло время уничтожить сумеречный молот. Че, прямо здесь сейчас? Природа с тобой. Так, 4 заклинателя пламени и 10 покорителей. Угу. Это они? Это они. Я такой-то? Ну, что там тупит? Я как бы... По идее, как только нажал кнопку и пошел каст этой штуки, он уже должен идти вперед. О, олени. Бегают тут что-то, суетятся. Вот, сразу же пошел вперед. Докастовать не успел. Ну да. Блин, проблем немного оранжевых персонажей в том, что... Даже далеко от врагов, и нельзя их поразглядывать. Хочется ближе подходить. И, кстати, взрывается. Взрыв это, по-моему, у нас тоже в талант какая-то штука. О, погоди, тут квест. А как я его не заметил? А, посох провидящего в огне. Могущественный артефакт под названием посох провидящего в огне был утрачен во время нападения вражеских войск. Это был древний костяной посох, даровавший своему владельцу огромную власть над стихией огня. Его фрагменты усеивают землю вокруг нас. Найди их и принеси Мулфуриону. Возможно, сила этого артефакта все еще сможет принести пользу. Прощай. Какие 8 артефактов? О, пойдем тогда по артефактам ходить. Потом мы тут просто так челов убивали. Огненные воронки, это что это? Непонятно. Так, потом какие-то элементали, что это? Да, это охваченный пламенем элементаль. Но это элитка. Наверное, с ним драться не особо хотим. А нет, он нас напал, серьезно? Его моя штука что ли сфагрила? Или что нет? Ну-ка, бездействие. Давайте отойдем. То у него что-то хип я просил, да, он походу напал на него. Так, а мне никак. А, камень этого души. Погодите. А, все, они, походу, убили и отстали от меня. Давайте туда лучше не пойдем. Давайте обойдем немного. Нам как бы туда надо. Может, в другое место пойти? Или тут везде эти элитные? Может, у них не так много хп? Вроде деревья с ними дерутся. Короче, деревья их отвлекают пока. Давайте перепризываем этого чела обратно.
Без него как бы тяжеловато немного драться. Сумеречный заклинатель пламени. Ронас. Вот он маловато уже, да? Я говорю, с чем выше уровень, тем меньше урона. Так, обугленный фрагмент посоха. Нажать там ничего не дали, а где его взять? А, вот, вижу, валяется. Так, дерево. Блин, у нас же тоже это наше дерево элитное, да, и сражается с обычным челом. Могло бы уже давно убить его, помогать этому второму дереву. А то эти двое элитников завалят наше дерево. Вдвоем. О нет, я напал на этого чела, зачем? Я случайно. Он вроде не переагрился. Деревья вроде на себя агро держит. Так, тут всего два было? А, нет, вот вижу еще. Блин, такие маленькие, хрен увидишь их. Як. Они, конечно, светятся, но... Так, все светятся, если честно. Ну, вроде бы все, больше не вижу. Пойдемте в другие такие точки, посмотрим, что там. Блин, из боя бы выйти, было бы прикольно. Так, речечка. Так. Вижу, да, вон 2, 3, 4, по-моему. Так. Какой-то котик сражается, видимо, друид, да? Так, где третий? Это здесь валялся. О, мы из боя вышли, кайф. Главное, заново в него не войти. Так, там последний, да, остался, да-да-да. Не понял. Здесь, окей, я думал, он к этому бежит. На спринтах жесть. А чего у него так долго спринт действует? И так, штуки собрали, пойдемте добьем челов. А, кстати, тоже спринт есть. И у нас он тоже долго действует. До тех пор, пока хп не закончится. Огонью. Вообще по дотам, по-моему, а мне не было доты, которая накладывает сразу две доты. А, это у Shadow Priest'а. Кстати, у Shadow Priest'а же тоже есть доты. Но у него две вроде тоже. То есть у этого, у друида баланс, который я сова. Две доты есть, солнечный огонь и лунный. Приста тоже при состоянии призрака там и лова тьмы, боль, по-моему. Получается, варлок еще один тоже, дотер. Кстати, от дотера. А персонаж-то из доты. А если что, Queen of Pain. Ну, по имени можно было догадаться, если кто шарит в доте. Так, Queen of Pain в доте зовут Акаша. Ну, Акашу, блин, к сожалению, занят, поэтому пришлось немного это поиздеваться над именем. Что-то свое придумать. Так, сколько у нас не хватает? А, нам, кстати, нужны сумеречные покорители. Последний вот этот заклинатель нужен. Покорители еще 6. Окей. Надо будет поискать их. Блин, а как мне накапливать эти штуки? Они сами как-то накапливаются. А вот если они у меня кончатся, чем мне их лучше всего накапливать? Или просто ждать и сосать течением жизни. Так, это что делать еще раз? Вызывает... А, это уешка. Опять у меня портал, по-моему, да? Демонические врата. У нас еще какая-то штука есть, которая... А, мы можем, короче, в каком-то месте создать хрень. Демонический круг. А потом на эту хрень телепортироваться. Да, да. Но у него ограничение в радиусе, как я выяснил. Там 40 метров дальность действия. Так что это такое. Было бы прикольно, если бы мы там, где брали квест, оставили эту хрень. Пошли за большое расстояние, а потом просто тп-шнулись, когда все сделали. Ой, некий хардстоун. Так, здесь, кстати, квест, я его не заметил сразу. Пип Шустрикс. Тут ордынец какой-то еще. Раз дробитель черепов. Раз дробитель, два дробитель, телохранитель его. Ага. Помощь нужна? У гнома телохранитель орк. Возможно, это наемник какой-то.
Это может значить только одно. Нас разом завербовали стражи Хиджала, чтобы мы установили обстоятельства возвращения Рагнароса в наш мир. Смею доложить, что Рагнарос действительно вернулся, и он очень зол. Мы также получили доказательства того, что сектанты из культа Сумеречного Молота перемещают элементалей по восточным королевствам в пещеры Черной Горы. Мы сразу как раз собирались направиться в то место, чтобы разведать обстановку. У нас в буровой машине как раз найдется местечко для тебя. Залезай внутрь, да поедем. Бля, я не хочу никуда ехать, мне тут надо квестик доделать. Пока-пока. А, браво, это вот эту штуку. А мы хотим доделать квест? Бля, кстати, стрёмно то, что квест прямо здесь где-то, непонятно где находится. Бля, куда они меня хотят отправить, я не уверен. Давайте все-таки здесь с квестами закончим. Здесь, кстати, вон толпа квестов какая-то нас ждет. Бля, там столько локаций пооткрывали. Шпиль сульфурона. Угу. Так, 4 моба нам надо. И еще одного найти. О, кстати, это тот самый, который нам нужен. Это эти семя. А эта штука не взорвет семя? А, она уже сама. Она, кстати, очень быстро взрывается. Там не очень много урона надо. То есть вот там написано... Чел, где такой? Там написано, сколько надо. То есть 89, это же, по идее, копейки. Что у нас вообще дамажит? Семи порчи. О, ни хрена, 900 урона. Дебильное колдовство. Пагуба. Пагуба это кто? А, это уешка как раз была. Стабильное колдовство, то есть вот эта штука самая дамаговая, да? Порча очень мало урона. Огонь вообще не несла. Но огонь это спел, который разгоняется. То есть там чем больше стаков, тем больше урона. А просто разогнаться по урону не успевает. Поэтому так мало. Так, я плюс-минус уже реально вспоминаю, что мне чернокнижник делает. Я, кстати, пока качал, мне же этого чернокнижника надо было до 30-го докачать, потому что все эти локи с 30-го доступны. То есть он 30-61. Я его качал не в колдовстве, а в этом, в разрушении. Демонологии нет. Демонологию, кстати, я тоже пробовал. Прикольный, в принципе, этот спек. Демонов призвать. Как-нибудь, я думаю, в нем тоже поиграем. Локаций для прохождения еще много. Все классы спеки перепробуем. Это единственное, я не уверен насчет хиллеров и танков. Как они вообще качаются? Мне кажется, очень долго и нудно. А, это теперь сделать? Давайте посмотрим, что у нас тут за штука. Блин, хочется по привычке прыгать. Из-за того, что изучена полетка, прыгать нельзя. Что полетишь. Сразу же так. А, можно, кстати, взять маунта, который не умеет летать. Так, что это за загрузка? Это, по-моему, другой континент. А, с подземелья отправили. А, не-не-не. Стоп, меня не вернут? А можно? У меня Хардстон, по-моему, там не было. Что за скам? А где мы? Черри Черной Горы? Катаклизм? Ага. Окей, это что-то новенькое. А, ну здесь можно ждать. Ну давайте сдадим. Подземелье уже мы не будем проходить. Как дела? О, шлем снял. А что же делать, раз похитили, как только мы вошли внутрь? Нас накинулся дюжина сектантов вместе с каким-то жирным огром. Я дал стрекача, а раз попытался отбиться. Мы должны его спасти. Удачного денька. Не, мы никого спасать не будем. Это, я так понимаю, надо подземелье проходить, чтобы кого-то спасти. Куча боссов. Так, выпустите меня отсюда. А как обратно вернуться? Блин, ловушка Джокера чистая. Верните, у меня там это, Рагнарос. А, во, можно щелкнуть. А почему я сразу не увидел то, что можно щелкнуть? Не, все окей. Туда-сюда работает. Так вот, Джон, в порядке, все, я спас. Квест сделан. Так, пойдемте зададим наши эти штуки. О, огненный элементаль. Другой уже. Барон Гидон. Что? А этот откуда здесь? В смысле Барон Гидон? Барон Гидон это тоже из этого. Во, да, у меня тут открыто огненные недра. То есть тут кто был? Люцифрон? Это эти, кстати. А кто это, кстати, я забыл? Это, по-моему, наги, которых переделали в огонь. И они теперь стали этими поджигателями, или как-то так они называются. К сожалению, описания не было в классических этих. Магмадар — это двуголовая собачка. Как они там... Огненные...
По-моему, они просто пес, не помню, что-то было, у них какие-то названия, особенно гиенос, гар, это элементаль земли, получается, разрах, магический чел, вот барон Гедон как раз-таки, что он такой маленький. Похож, похож. Сульфурон, по-моему, толпа рядом с ним была, из мобов. Галимак, огромный огненный великан, Экзекутус, Тусун, Юсаман Митусун и сам Рагнарос. Окей. Барон Гедон, значит, да? Это, кстати, там, по-моему, Барон Гедон и Гар, у них что-то было какие-то конфликты между друг другом. Ну, типа, они за подсотство к Рагнаросу боролись. Сняли, кто будет его подсосом главным. Экзекутус победил, что? Блин, я уж не помню. Даже где это было? Я не уверен, где это, наверное, в каких-нибудь книгах все описывалось, но вряд ли где-то в игре есть. Хотя, может быть, и в игре где-то есть. Так, война с сумеречным молотом. Ты хорошо справился, Каша, но, боюсь, битва еще не окончена. Двуручный посох. Окей. Природа так, тебе гугленные фрагменты. Прекрасно, это оружие служит доброй службе в борьбе против вражеских сил. Природа с тобой. Окей.